вечному огню возложили цветы в память о тех, кто погиб за родину. С венками приходили ветераны, военные, школьники. Цветы возложил и губернатор Краснодарского края. После торжественной церемонии Вениамин Кондратьев вместе с председателем законодательного собрания Владимиром Бекетовым посетили могилу героев Советского Союза братьев Игнатовых. Затем вся колонна прошла к монументу защитникам Родины, погибшим во время Великой Отечественной войны. Их память почтили минутой молчания.